Прокуратура намерена оспорить приговор об амнистии бывшему заместителю начальника управления наркоконтроля по Оренбургской области. Сотрудники надзорного ведомства считают, что Рафаэля Тавтелева и его сообщников оправдали вопреки установленным присяжными заседателями обстоятельствам. Напомню, 23 сентября прошлого года бывшего заместителя начальника регионального управления наркоконтроля приговорили к 15,5 годам тюрьмы. Рафаэля Тавтелева обвинили в организации поставок в России героина. По версии следствия, на преступление правоохранитель пошел, чтобы повысить эффективность своей работы. Помогали ему ранее задержанные за наркотики мужчины, которых тоже приговорили к 16 и 17 годам лишения свободы. Родственники подсудимых уверяли в их невиновности. На прошлой неделе суд уменьшил срок Тавтелеву до 2,5 лет колонии-поселения, а после всех троих осужденных амнистировали и отпустили из-под стражи. В прокуратуре сегодня заявили, что решение суда будут обжаловать.